левой дальней чисто. Первый день существования Росгвардии, помните? Да, конечно, помню. Как это было, расскажите. Это был указом президента Российской Федерации. Мы уже существовали на базе внутренних войск, чтобы создана структура. На этой базе мы как раз перешли полицейские подразделения еще. Такая же численность практически полицейских подразделений. Есть войсковые спецназы, есть полицейские спецназы по задачам. И плюс тут вошла в неведомость, охрана вошла, лицензионно-разрешительная система вошла. Поэтому на этой общей базе не создавалась вся структура как раз Росгвардии. Но плацдарм, еще раз повторяю, был очень хороший, вот и как раз из внутренних войск. А сейчас какая вот официальные данные, общая численность вот Росгвардии всех структур? 370 тысяч. У вас есть и авиачасть в войсках, да? А что на вооружении вот у вас в авиавойсках? Войска у нас вертолеты, самолеты, конечно, но не как у Минобороны. У нас это все есть, боевые вертолеты. И непосредственно бронетехника. А из бронетехники что есть? Из бронетехники у нас непосредственно БТР. БТР, БМП. У вас такая есть? Три. Три. Понятно. То есть вы лично из такой тоже, да, стреляете? А самое интересное, помните, как вообще возникла мысль именно ОДЛ создать? Когда мы это все было? Мы учили охранять должностных лиц. Угу. Здесь необходима группа, которая будет обеспечить их безопасность. В каком году это было? Это вот только буквально год назад. Год назад? Ну, чуть больше, полтора года. И именно Юрий Федорович подходил под роль руководителя такого подразделения? Он мой подчиненный бывший, я знаю его способности. Мы охраняем людей серьезных, известных. Сейчас очень много угроз идет со стороны наших друзей. Вот. И также мы охраняем должностных лиц и политиков, которые куда-то едут в серьезное опасное место. Приходится охранять их там. Также в Сирии, наши новые территории. Ну и в Москве работа хватает, по России то же самое. Ребята погибали и получали серьезные ранения. И были под обстрелами, то есть, ну, везде, где вот опасность, везде мы. Слава богу, что парни все подготовлены, и, то есть, для них это не какая-то новость там куда-то попасть. Ведут себя достойно, выполняют свои функции. Много раз выводили охраняемого там из-под обстрелов вовремя, эвакуировали, спасали жизнь. Но, к сожалению, были потери. А тут ребята подготовленные, они могут и охранять, и оборонять, и вступить в бой. И экипировка совершенно другая, как у обычных охранников. Обычному охраннику дать там автомат и приборы, он даже там, он не сможет ни ночью там воевать. Можно кетчуп снимать? Все готовы!
Вы же сами видели, какая динамика у наших команд. Вот бегут другие страны, да и начинают бежать России, там сразу все живы оживляются и на нас равняются. То есть они начинают подгонять все эти минуты, секунды, чтобы как догнать нас. Спасибо. Ну, идет очень качественный отбор. То есть и психологи, и по спорту тестирование проходят ребята. Многие несколько раз пытаются попасть на мастерские медали, тесты. И кто-то обязательно должен рекомендовать. То есть улица, там, посторонний коллектив, там, с которым пойдешь в бой, такого нет. Мы приезжаем на эти соревнования не для того, чтобы себя как-то показать, а мы отстаиваем честь Родины. Тем более в такое непростое время для нашей страны мы показываем силу русского духа, так скажем. Россия! Несмотря на то, что у нас нюансы с судейством, все видят, что мы на голову выше, потому что даже ребята из других команд подходят и лайки кидают. Мы представляем Родину. Мы же тут работаем на престиж страны, так сказать. Прежде всего, в спецназе это опыт. Вот. То есть сам по себе там какой-то спецназовец, он ничего не решает. Главное – опыт. Вот, а у нас этого опыта очень много. Самое главное не допустить ошибок. Сербия и Россия, братья, а? Да, братья. Вообще ни на кого не равняемся. То есть у нас нет там равнения на какие-то подразделения там. Мы сами по себе, сами себе историю создаем. Какая история нашего спецназа, дай бог им такую иметь. Пытаются американцы какой-то такой подобный аналог сделать. Я думаю, таких аналогов очень мало. Я, наверное, первый, кто начал заниматься этим. Я еще во второй компании в Чечне этим занимался. И вот с 2014 года в Крым попал. И вот спецназ. Я до этого служил просто ФСО, 9 управление КГБ. Спецназ и опыт работы ФСО – это очень много стоит. Ребята молодцы. Грамотные, знают свое место, скромные. День сегодня очень священный для нас, для нашей службы, для всего русского народа, 23 февраля. Надеюсь, что мы порадовали своим результатом всех тех, кто болел за нас, кто ждет нас дома. Ну и ребятам огромное спасибо при такой жаре, при такой нагрузке. Хороший результат, считаю, что достойно сегодня отработали. И все три российские команды вошли на пьедестал почета. Реально воюющий спецназ, остальные спортсмены. Мы побеждали каждый день. И эту победу мы посвятим нашим семьям и вообще Российской Федерации. Ну, когда в мирное время спецназ, там другие задачи. Характер человека. Уже понимаешь, с кем идти в атаку, с кем нет. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на скорость. У
спецподразделений, которые охраняют президентов и там, должностных лиц, но у них немножко другие задачи. Мы охраняем на войне, мы охраняем тех, кому угроза какая-то поступила, его хотят устранить. Мы должны в любой момент спасти жизнь охраняемого. И у нас совершенно другая экипировка, там, начиная от броников, от касок, от всего, от одежды. Ну, естественно, оружие у нас совершенно другое. Ребята могут стрелять со всего вида стрелкового оружия. Такого нет в охране нигде. Ну и плюс хороший водитель у нас профессиональный. Ленточки, ленточки. У нас водитель наравне с охранником, также с автоматом и с пистолетом, и броне. И любую вид техники можем завести, поехать. Тактическая группа «Смирно». Товарищ главный командующий, командир усиленной тактической. Спорт в крови у росгвардейцев, да, просто. Есть видео в интернете, миллионы просмотров, как ребята вот где-то в какой-то территории занимаются спортом, просто вот взяли какие-то там подручные средства, да, и все просто говорят, какие молодцы росгвардейцы. Это разведка. Ребята должны всегда физически быть выносливыми, сильными, здоровыми, то, чего. Для всех вообще воинов, но разведчик – это особая категория. Специальная военная операция, то, что сейчас происходит, то, что мы видим, то, что происходит и просто там, отношения населения, когда они обстреливают сады, детские садики, там ясли, там школы и так далее, все. Больницы, слушайте, упыри. С ними нужно, конечно, бороться. Для этого нужны, конечно, силовые структуры, которые будут защищать нашу страну. Перекрытие. Да, вот бетон как раз, да? И самое главное, вот эти перекрытия показывают с учетом определенных мероприятий, которые подвергнут, в том числе и этот отряд. Потому что угроза может существовать любой момент, потому что, как говорится, враг не дремлет, там они могут запускать кого угодно. Сюда сейчас вот диверсионно-разведывательная группа, диверсантов непосредственно для подрыва, для уничтожения. И я хочу сказать, во всеуслышание заявляю, что президент он уничтожил. Проводили сюда и прапорщиков. У нас важный государственный объект, атомный, ядерная промышленность, которая охраняет объекты высшей категории опасности. Поэтому за их безопасность отвечает Росгвардия. Случае эвакуации. Так точно. Мы на автомобиль указываем местоположение, эвакуация, все, выдвигаемся, вертолетная площадка. Ребят, благодарю за связь. Спасибо. 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 И всем вам здоровья. А в наступлении участвуете? Да, конечно. Какая функция там? Наступательных операциях. А в наступательных операциях, я сказал, мы обеспечим защиту как раз. У нас свыше 20 тысяч военнослужащих и сотрудников получили государственный билет. Сначала спецоперация, да. И у нас 10 героев Российской Федерации. А вот самое главное качество росгвардейцев. Понятно, что их даже подбираются по физическим, по навыкам, стрельба, все остальное. Скромность. Вот для вас. Во-первых, скромность. Для директора интересно, какое вот вы выделяете самое главное качество, которым каждый универсальный росгвардеец обладает? Мужество и отвага. Мужество и отвага. Вот у вас отец тоже пограничником, да, был? А вот да, дед воевал? На двух границах воевал. Да, конечно, отец воевал на финской границе, Великой Отечественной. Дед тоже у меня воевал. Мама, вот, допустим, моя мама, у нее было 5 братьев, в семье было 11 человек. 5 братьев все пошли на защиту Москвы, когда 41-й начал, когда враг подходил к Москве. Все 5 погибли. И у нас весь народ так, у нас вся страна огромная. Как в песне поется, у нас нет ни одной семьи, где не были потеряны кормильцы. Такая война была, а сейчас она еще страшнее. Thank you.
спецназовец, он универсальный солдат, он должен делать все. Каждый мой товарищ всегда находится рядом со мной в сложную минуту. Мы одна большая мужская семья, и мы можем обратиться друг к другу за любой помощью. Условия бывают разные, да, ты как специалист должен не замыкаться только на своем оружии, которое за тобой закреплено, а уметь владеть различными образцами вооружения. Это моя жизнь. Еще со школьной скамьи я для себя решил, что буду офицером. Есть такая профессия – родину защищать. Быть опорой для своей семьи, своих близких. Спецназ – это не работа, это образ жизни. Я планирую тоже пойти по стопам своего отца и защищать свою родину и близких, и своих братьев, и свою семью. Настоящий росгвардеец, он должен быть смелым, ничего не бояться, сильным, мужественным. Должен наказывать всех плохих дядь. У тебя вот будет выбор, брат, пойти по стопам своего отца, работать в финансовой сфере, либо заниматься боевой работой, служить в подразделениях специального назначения разведки войск Национальной гвардии. Ближе бы, наверное, второй вариант, потому что он боевой, он закаляет войны. На краповый берет сдашь? Попробуем. Это так называемый показатель своего уровня, своего класса, потому что это испытание под стать Олимпийским играм. Действительно, можно это уметь все, но в определенный момент не продемонстрировать все свои навыки и умения. Я горд, что являюсь частью легендарного подразделения Ордена Кутузова, Краснознаменного, 604-го Центра специального назначения «Витязь». Мало заслужить этот берет, нужно носить его с честью и достоинством, развиваться, личным примером вдохновлять. Самое главное право, какое он дает, вы знаете, краповый берет, это право первым вступить в бой. Личным примером брать, мотивировать и делать. Лучше ведь слово – это дело. Про наше кадетское училище я могу сказать то, что наше училище готовит настоящих воинов, настоящих солдат, которые будут с честью и достоинством защищать границы нашей Родины. Родины, да. Знаете, есть такая притча. Ученик спрашивал: учитель, почему ты учишь меня драться? Вот, и все время говоришь о мире. Вот он сказал: лучше быть воином в саду, чем садовником на войне. Вот поэтому войска Росгвардии – это воюющие войска. Они постоянно находятся на выполнении задачи. Связано все это с риском для жизни. В основном Национальная гвардия – это не просто какая-то гвардия, а просто какое-то подразделение. Это подразделение президента, которое при первом… Личная гвардия президента. Да, личная гвардия президента. И она, если им скажут, что вот тревога, помогайте, они сразу же через там минуту уже сразу подъедут и все решают, вопрос на месте. Если им скажут, что нужно сделать задачу, они ее выполнят. Любой ценой. Любой ценой. Хочу сказать огромное спасибо за столь высокую оценку нашего ратного труда. Сегодня мы принимаем участие в проведении специальной военной операции по освобождению Украины от захвативших власть вооруженных националистических банд-формирований. Выражаю слова искренней благодарности своим отцам-командирам, которые личным примером вдохновляют и мотивируют нас в нелегкие минуты испытаний. Нам не важно, кто против, важно, кто рядом. Все мы объединены общей целью, поэтому работайте, братья, ведь наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином, жить вечно. Слава спецназу, смерть терроризму. Мир спецназа узок, и все ребята известные, кто более-менее такие матерые, как нас называют, ребята все на виду. И подразделения у нас таких серьезных топовых подразделений у нас на самом деле не так уж и много в России, и все ходим по кругу. Но это особая порода людей, там голова должна быть по-другому работать, то есть силы духа и плечо товарища, то есть там ребята все отчаянные, все рвутся в командировки. Парни
из командировки приехали, записываются в другую, то есть им это нравится, и они все очень любят родину свою. Вот эмблема нашего орла. Орел сидит в спокойном состоянии, у него крылья опущены. Это говорит о том, что мы уверенно себя чувствуем, и если понадобится, мы поднимем это крылья для того, чтобы закрыть мирное население собой и обеспечить их безопасность.